Спортсмен-культурист и просто неравнодушный человек. Именно так говорят о Станиславе Плотникове и Щелкова. Месяц назад он пришел на помощь мужчине на путепроводе возле микрорайона Жигалова. Сам Станислав признался, пройти мимо попавшего в беду для него недопустимо. Неравнодушен спортсмен к судьбе своей родины. Считает долгом каждого гражданина принять участие в голосовании по поправкам в главный закон страны. Потому сегодня пришел на избирательный участок и отдал свой голос. Каждый, если он себя считает гражданином Российской Федерации, должен принять участие в голосовании. Очень много хороших поправок, что касается здорового образа жизни, то же самое, да, качества медицинского обслуживания. Также религиозные, да, поправки, которые должно входить в каждую семью, именно потому что сейчас вот духовные, то есть люди слабые. То есть это нужно прививать с детства. Принял участие в голосовании Станислав на избирательном участке номер 3404, который расположен на Заречной улице. Здесь по спискам голосуют жители домов номер 5 и 5Б. Всего 780 человек. На участке все по правилам. Члены комиссии работают в индивидуальных средствах защиты, в помещении соблюдается социальная дистанция и даже паспорта голосующие предъявляют на расстоянии. Предварительно гражданам обрабатывают руки антисептиком, выдают одноразовые маски, шариковые ручки, измеряют температуру. Работа ведется в штатном режиме. Участок работает тут уже всю неделю с 8 утра до 8 вечера. Режим штатный, нормально все, обстановка рабочая. Ждем, чтобы люди шли. Все-таки это наше будущее. Анна Бальет, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.